В Дворце спорта «Триумф» состоялось открытое первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. На борцовском ковре за призовые места поборолись более 170 спортсменов. За ходом состязаний наблюдали мои коллеги. Пока участники разминаются перед схваткой, болельщики, почетные гости и судьи занимают свои места. Традиционный парад спортсменов и соревнования открыты. Хочу всех поздравить с очередным турниром, который проходит у нас в Люберске по самбо. Мы являемся законодателями этого турнира. Спортсменов поприветствовал участник первенства СССР по самбо 1978 года Александр Гавриленков. Ему часто приходится бывать на соревнованиях разных уровней. Но особое внимание он обратил на значимость турнира, который провели в Люберцах. До такого возраста, 11-12 лет, очень мало крупных таких всероссийских соревнований. У нас, допустим, проходит первенство области, а дальше что делать ребятам? И вот такая инициатива межрегиональных соревнований с разных областей. Ребята приезжают побороться, разные школы. Вот это показывает, что на кто на что способен и как дальше двигаться. Начинать занятия спортивным самбо можно в любом возрасте, поэтому его часто рекомендуют родителям, которые не могут решить, в какую секцию отдать ребенка. Матвея Сабурова мама привела на первое занятие в 5 лет. Сегодня он в числе 10 спортсменов, которые выступают за люберцы. Нравится, что это отечественный спорт и очень интересно захватывает дух во время борьбы. Самое трудное – перебороть страх. Поддержать участников первенства приехал чемпион Европы по самбо Евгений Максимов. Спортсмен презентовал свою книгу о самбистах чемпионах мира, над которой работал почти полгода, и дал высокую оценку турниру. Центральный федеральный округ славится великими самбистами. Это и Артем Осипенко, самый титулованный самбист современности, и Уали Куржев, и там Антон Коновалов Владимирский. В принципе, у нас очень сильная ЦФОшная школа самбо, и я... Ну, 100% уверен, что и на данных коврах растут будущие чемпионы мира. Открытое первенство ЦФО по самбо проходит в Люберцах с 2018 года. В нынешнем турнире приняли участие 172 спортсмена из 12 регионов России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.